Вечер добрый, дорогой друг, с тобой Квантум, и добро пожаловать. Сегодня мы продолжаем терять друзей в Among Us. Со смыслом игры ты уже знаком, наша цель — починить корабль, но цель предателей — убить всех или устроить саботаж. И да, не забывай про подписки, комментарии и лайки, поехали! Снова я предатель, что происходит с этой игрой, какая жесть. Люфи выполнил задание, я пойду выполнять свое задание. А куда я пойду выполнять задание? А задание я пойду выполнять вот сюда, поставлю его на выполнение. Все, я его поставил на выполнение. Куда я иду? А я иду со всеми. Главное, чтобы после меня труп не остался. Мы вырубаем свет и не трогаем Мигивея. Света у нас нет, трупов тоже нет. Здорово, прекрасно. Все разошлись, все делают вид, что они что-то делают. Великолепно. Идем кого-то убиваем, а здесь никого нет. Упс, Антон умер. Люфи, ты как не заметил труп справа, который от тебя прям только что упал? Это, скорее всего, блин. Кратоса убили, как сука! Как я не заметил? Опять я Кратоса. Включал свет, а там наверное, стоял я тоже Би. Включал свет. Да, а там стоял Би, я только заметил? Пришел. Вообще-то я, наоборот, как? Заметил. А как Ваня, я мог не заметить, надо на меня если у меня света вину. Нет? Барсик. Барсик как? Видел меня в хранилище. Он может за меня ручаться. Да, Барсик да, видел да, меня да, в хранилище. Да, хорошо, да, что да, я был в реакторе. Ну вас в жопу просто. Вы че, дебилы, вы че орете? Бабуины! Бабуины сраные, вы че делаете? Ты сказала сам руку! Ты сказал, ты начал меня перекрикивать! Что происходит? Рассказывай, Би, расскажи, что происходит. Би, хихаем. Ваню, хихаем просто, и все. Люфи, расскажи скорее, что произошло, Люфи, что было? Я подхожу, я чиню свет, и справа от меня падает труп в этот момент. Там стоит один Би, и все, да, больше я да, никого да, не вижу. Да, да, только я туда прибежал, только, Ваня, не надо так тут я не мог тебя трындеть, видеть, а как ты так, меня короче, гонишь, что я за не кого? Увидел труп? Как я мог тебя увидеть? Я за Би голосую. Не подскажешь? Ну, так, короче. Мигивей, ты где был всем заниматься, Мигивей? Люфи, хихи. Я в навигацию Люфи. Бежал, я починил провода и бежал на задание какой в навигацию. Какой он меня еще и перекрикивал. Ты был со мной все время. Да. Все время был сука, или Люфи? Нет? Люфи. Тогда не Люфи, тогда Люфи, Люфи просто в баланс. Орал, бля, чтобы, сука, не дать мне слово. Трындец. Бляха-муха, что не происходит? Мне самому с ними страшно играть уже. Просто это неадекваты долбаные. Нажимаем на кнопку и выгоняем Люфи сейчас. 40 секунд. Саботаж устраиваем. Давай устраиваем саботаж. Сейчас прям интересная игра такая обороты приобретает. Я прям Антона так красиво завалил. За каким-то непонятным. Так, меня. Я нажал. Давай. Я нажал. Так, короче, слышишь, Люфи, Би со мной ходил. Вообще все время я за ним следил. Би нормальный чувак. Это Барсик. Вы потому что... Потому вы что чё? Я видел сейчас... В какой-то момент решил просто не следить, думаю, хорошо, пойду выполнять задание, буду смотреть, получается хрень какая-то, чтобы сейчас... Подожди, я... Стой! Люфи с Данилом короче, выходили с реактора. Ходил... Барсик стоял короче... сейчас в столовой возле кнопки. Ну, я кстати, в принципе, пробегал... случился саботаж, и Люфи пошел его устранять. Я говорю, что... Ну, в принципе, так бы двойная игра могла быть. Люфи, типа, сам его устроил, и сам он мог, типа, идти его устранять. Я сказал убрать Би, потому что он на меня, ну... Я, в принципе, видел Люфи, он проходил. Можете меня в размер... А какой момент били, я не знаю. Люфи, подожди, Люфи, скажи. У нас 12 секунд. Когда у нас первое... Подожди, Данил, стой. Люфи, вот ты со мной ходил, когда вот... Я за Барсика. Да вы чё? Вы чё? Я хочу спасти вас, тука! Люфи? Это Люфи, ёбаный враг! Но если это не Барсик, это Люфи. А выбор какой есть? Трындыкс. Ну, выбора нет. Опа. На кнопку нажимай. Трындец. Люфи, блин, проиграл, мне кажется. Что делать теперь? 40 секунд, господи, я их могу прямо здесь убить. Я не буду убивать Мигивея. Вырубаем свет и убиваем Люфи. Ясно. Я так и подумал. Я еще думал, может это Данил. Ты еще за меня голосовал, сука! Я еще думал, может это Данил. Антон, ты видел, я тебя в щитовой завалил перед Люфи, залетает Би, орет на Люфи, говорит, ты че, говорит, не видел, как труп упал, а он электричество чинил. Чтоб ты понимал, я даже эту катку оставлю. Ой, новая карта. Кто у нас предатель? Смотри-ка, что происходит. Мигивей и Би. Би получил очки, это не Би. Не Мигивей, возможно, это не он. Это не он. Это не Мигивей. А куда Кратос делся? А, Кратос, ты где? Вот он вышел. Мурлозво, надо проверить все на наличие трупов здесь. Даня,
ты понял? Мигивэй, ты охренел, что ли? Ты, конечно, вообще. Вы что, конченый? Это не я был, я за вами бегал. Антон пришел проверить, все ли хорошо, никто ли здесь не погиб. Он пришел проверить и погиб сам здесь. Это был Данил, потому что он первый за Антоном. Да, это был Данил, который пошел наверх к люку. Это был Данил. Рассказываю, у меня рупор, рассказываю. Мы бежали с Дани вправо, потом Антон и с Мигивэем вправо. Потом Антон побежал налево, и Мигивэй за ним. Потом мы с Дани развернулись. Потому что, Данил, ни хера, потом, потому что вы развернулись, я за... Хорошо, хорошо. А вас не смущает... Подожди, а вас не смущает, что я как бы стоял и заполнял канистру, нет? А меня, Мигивэй, смущает то, что ты получил не то количество очков, которое нужно было получить. Ты получил их немножко больше, чем нужно. Я объясню, почему я долго ее заполнял. Потому что есть два похожих задания, когда нужно нажать на канистру. Барсик, не дари Мигивэю ложную надежду. Барсик, не дари ему ложную надежду. Это Данил. Так это Данил или Мигивэй? Это Мигивэй, блин. Барсик, не дари ему ложную надежду. Я его все ролики пересмотрел, я знаю, что это Данил. Красавчик, пацан. Антон активизировался, значит, мы выиграли. Лучшие, сильные, просто. Это Би? Значит, Даня. Это Даня, это Даня. Поверьте мне, пожалуйста. Это Би, я был вверху. Я нажму на эту долбанную кнопку. 14 секунд. Я, пожалуй, отойду отсюда. Я нажимаю на кнопку. Через секунду. Я нажал на кнопку, поэтому давай я имею право задавать вопрос. О, подожди, Би, что? Спасибо, Мигивэй. Спасибо, потому что ты нажал кнопку. Все, что, Би, значит, что происходило? Синего. Да какого синего, Барсик, блин, это не я. Что у тебя происходило? Данил, потому что был я, ты... Да не кричи, там был я, ты и Антон. Что происходило дальше? Еще Мигивэй там был. Еще Мигивэй там был. С Мигивэем. Потом Мигивэй с Антоном побежали налево. Потом ты развернулся налево, я побежал чуть-чуть позже тебя. И мы начали обследовать территорию стартовой площадки. И после этого я нашел Антона. Вот. Причем случайно нашел. Да, а из вентиляции никто не мог вылезти. А Люфи, ты чем занимался? Люфи, ты где был? Смотрите, Барсик тюнил свет, я подбежал к нему с управления. Я сделал сразу карточку, потому что... Барсик, ты видел его? Первым в электричество. Да. Это Би, значит. Был. Нет, это... Если... Это... Ну, ребят, смотрите, вы сейчас меня... Ребята, это Данил, да я знаю, Барсик, ты проиграешь, Барсик, уже. Ты проиграешь, пять пальцев. Это не я, это Би. Я уже пальцев знаю, давайте. Это Би. Давайте хихнем, если Би, это не он, поздравляю тебя с победой. Давайте. Да, ты нет, вообще ни при чем. Поздравляю тебя с победой, поздравляю тебя с поражением, блин. Господи, да это Би, нажмите на кнопку и выгоните Би. Барсик, это он. Убей Барсика, пожалуйста. Би, убей Барсика, чтобы он нам не засорял тут эфир. Сам убей Барсика, Даня, не вкидывай просто так, блин, меня, дебил. Стоп, Би, Би, стоп, это не ты, это Би, Би, это не ты. Я вспомнил, что это ты, что ты получал очки, это не ты. Я на топ Люфи, а ты точно, подожди, что ты говоришь, Люфи делался, нет, что ты делал в самом начале? Я сделал карточку, пошел, не стал включать свет, не стал, потому что я думал, там будет предатель. Это Люфи. Барсик, это Барсик, это не я, это не я, это Люфи, он еще вкинул голос, блин. Это, ребята, если вы сейчас не услышите меня, мы проиграем, я вам серьезно говорю, Барсик, вот просто... Кстати, я начал доверять Дане, потому что... 100% я тебе говорю. Смотря откуда выходил Мигивэй, смотря откуда... Он через люк, он через люк, и он подставил Мигивэй, но Миг... На черствую слышно, как он врет. Барсик, у тебя проблемы с психологией, это Люфи, я тебе говорю, если ты сейчас проголосуешь за меня, ты проиграешь, потому что саботаж устроит, ты выгонит тебя нахрен. Да. Это Люфи, Барсик. Люфи, давай за Данила. Люфи, Данила, давай. Барсик, это дурак, это Люфи. Все, Данила, не прокатит, понял? Да, Барсик, ты видишь, что ты... Би, ты застал! Блин, глупо, это Люфи! Барсик, вкинься, пожалуйста, в кого-нибудь нормально. Это Люфи, блин! Нил! Это Люфи, Барсик, ты понимаешь, это Люфи, блин, это Люфи, Барсик! Это падла через вентиляцию вылезла и завалила! Да как это я, ты глупый, Барсик? Я на кнопку нажать не могу, блин. Иди в жопу, Люфи. Я буду с пацанами ходить. Мы все вместе здесь. Серьезно, говорит, это Люфи. Ну, трындец, он сейчас убьет. Ну все, пока, жизнь. И здесь нет Би. Спасибо, господа. Спасибо, Барсик. Я еще и сдох в какой-то жопе нафиг. В которой меня теперь никто не найдет никогда. Классно, блин. Нашел, куда зайти.
Ну да, кстати. Привет, пацаны, как дела? Я умер. Здорово. Нормально, мы видели. Его жопа, блин. А, нет. Ты посмотри, где я сдох. Я сдох в жопе. Он понял. Тихо. Трус. Это Ваня. Что? Это Ваня. Ваня, ты задолбал перекрик. Ваня, блять, рот свой закрой. Ты меня задолбал. Реально, как щенок начинаешь верещать. Барсик еще даже не размутился. Барсик там играет, походу, квесты выполняет. Расскажите ему, что как бы голосование. Это Люфи. Это просто Люфи и все. Потому что он шел сверху, я пошел наверх чекать, если там труп, потому что мы не смогли реактор починить. Данил, прости, пожалуйста. Это Люфи. Я теперь буду вообще. Да иди в жопу, психолог, криминалист долбанный. Я это я твоя совесть говорю. Данил, прости. Я его как пять пальцев знаю. Да ты чё, это квантум. Слышишь, какой у него голос. Сдох я за шкафом теперь, блин. За колбочкой, мензуркой. Люфи, собирай манатки нахуй. И шашлык, сука. Блин, на самом деле, то, что Данил вот так кинул, Данил, это было пальцем в небо совершенно. Я не вкинул, да. Потому что он, получалось... Он не с вентиляцией пошел. Да, я не пошел с вентиляцией. Он бегал, блядь, со мной рядом. Би, это Микелэ, это... О, я предатель, здорово, прекрасно. Что мы делаем? Мы вырубаем свет, который не вырубается. Грохаем Антона. Люфи, падла. Да, блядь, пацаны, да, сгоел! Просто хлопаю. Я вообще на месте стоял. Врубил. Я не знаю, кто это. Я бы пидорас! Кто меня убил? Ты меня слышишь? Я это точно знаю. Ты пидор. Я замьютил. Размьютился, у нас дискуссия началась, как бы. Алло, прием. Сука, ты за что меня, блядь, первым всегда, блядь? Я ничего плохого не сделал. Я думаю, это Мигиве. Почему? Красава, мы уже в прошлый раз проходили так. Почему это Мигивай? Я объясню, потому что Антон, давай. Он вот Антон, он может залупнуться на Мигивай вот так успокойно, типа Мигивай, ты лох. Стоп, вот он сказал, ты братан, пидор. Охрененные доводы. Логика просто. Красава. Антон, замьюте, пожалуйста. Видите, да, стрелочка, да, справа спасибо. Сверху мигает, саботаж. Да, кстати. Да, да. Барсик прикол. Прикол в том, что... Не, прикольно. Прикол в том, что я опять с этой канистрой выполнил задание и только начал убегать по коридору. Я стоял на черепахе, я ставил на выполнение. Потом про... Все в толпе были. Вырубился свет. Нет, кто в толпе убивает у нас? Айк и Квантум. В смысле? Я. И убивает еще кто-нибудь, кто хочет подставить меня. Я помню, и Люфи за себя вкинул. Люфи, ну ты, конечно, молодец. А что, нельзя? Замьюйся, бабуин. Красивое убийство сейчас было, не поспоришь. Ставим выполняться электричество. Нужно выгнать Пи, который дофига умный, который рассуждает, что убийство в толпе кто делает? Ай, как Квантум. Вот за это сейчас он просто и развалится, кабина у него посыпется. Сейчас его только найду, подожди. 10 секунд у меня осталось. На логи нет смысла идти, потому что, ну, зачем туда идти-то? Правильно, идти туда нет смысла. Мигивей, здорово, как дела? А хорошо все? Мигивай, я тебе пойду задание выполнять. Ты за мной пойдешь? Или нет? Типа я выполнил свою черепаху. Стартовая площадка, я выполнил задание и иду обратно. Неужели Мигивай даже не проконтролирует меня? Где я? Что я и как я? Вырубаем свет. Убиваем Би. Идем наверх. Ищем Люфи. В принципе, можно устроить довольно-таки неплохой саботаж. Я взял лечку и опять с Мигивей подставиться. Просто жесть. И Мигивей такой пришел. Я могу, в принципе, сделать килл. Прямо сейчас. Пойду починю свет. Ремонтирую электричество. Все, свет починил. Мигивей за мной бегает. Ну это же паскудник Мигивей. Ну, а нашли труп Би. Короче, хочу сказать трассу, то, что это не Мигивей. Он, бля, за мной бегал так вот странно. Ну, я тоже так чик-чик-чик от него. Но он меня не убивал. А кто тогда остается? Потому задание. Что, понимаешь, нас 4 человека.
То есть я могу сейчас то же самое сказать про Люффи, который взял лейку и пошел поливать цветы, но я не проконтролировал получение очков, потому что пошел врубать свет. Это вы уже между собой разбирайтесь, Данил. Между собой, пожалуйста. Мне я тебе говорю, это не бигивей 100%, потому что он меня мог убить то, 200 раз. Почему ты думаешь, кстати, что это я? Я сейчас, потому что говорю, я сейчас выполнял задание рядом с тобой. Ты остановился посмотреть. Если бы ты не был предателем и подозревал меня, ты бы остановился и прочекал, получу ли я очки. Потому что ты у меня уже вне подозрений был. Вместо этого ты стал убегать вниз. Потому что ты у меня уже до этого был вне подозрений. Зачем я тебе еще раз чекать? Я тебя и так уже не подозреваю. У меня остается Барсик и Люффи. 12 секунд. Это Данил. Почему это я? Давайте, Данила. Я скипаю. Короче, Данил, давай. Все, ты Данил, опять давай. Барсик, как в прошлый раз, ты проиграешь потом. Шмотки, все, да. Шмотки, ладно, он слишком хорошо, он слишком складно рассказывает. Слишком правдиво. В прошлый раз забыл, что было? Это Данил, это Данил, потом меня нахрен завалили и все. В этот раз точно Данил. В этот раз мне нужно сделать сейчас, и все будет перфект просто. Типа, выполняю задание, обстреливаю астероиды. Продолжаю обстреливать. Где очки? Очки пополнились. Вырубился свет вдруг. Барсик, он, Микки Вей побежали вдвоем просто. Заходим в комнату. О, Люффи здесь. И иду дальше. Как же все долго-то происходит. Микки Вей выполняет Саймона. Где бы мне выйти? Нужно устроить саботаж. К примеру, на реакторе. Хотя зря это сделал, нужно было просто вырубить свет. В шлюзе дезинфекции нашел труп. И потому, как я уверен в Микки Вей, потому что он выполнял сейчас Саймон говорит, я думаю, что это Люффи. Методом исключения остается только Люффи. Он получал очки, он получал очки. Да, без проблем, смотри, да, я тебе аргумент дам. Смотри, я был в столовую, я специально с вами со всеми не бегал, я бегал один. Я пошел в столовую. Ты был один, я был с Микки Вэем. Я пошел, сделал последние астероиды. Микки Вэй, ты здесь, алло, прием. Смотри. Ну, я здесь, я слушаю. Я выходил, вы все видели, как я выходил один с реактора. Туда заходил Микки Вэй и Барсик в шлюз дезинфекции. Еще был я там. Данил. Это стопудово Люффи. Потому что тебе я верю, ты находился рядом со мной. Ну, потому что у тебя есть алиби, ты получал постоянно очки. Я это видел. А Люффи, когда он, помнишь, брал лейку и вырубился свет, я не проконтролировал его. Я еще в прошлом раунде за него проголосовал. Это Хованский, какой Люффи, вы че, блядь? Все, Люффи, поздравляю с поражением. Победа. Поздравляю с победой Квантума. Победили? Да. Как ты мог, сука, Данил? Братаны с тобой, а ты... Ну, брат, я тебя не убил же, брат, ты же жив остался. Мы вместе с тобой будем править на этом дирижабле, брат. Ну, кстати, брат. Видишь, как классно, я тебя не убил, мы вместе, это наш дирижабль. Все. Yeah.